лейтенант Янченко возвратился из разведки на машине пленного австрийского мотоциклиста. Солдат 262-го полка Карл Грумас не хотел воевать с Красной армией. Выбрав момент, он убил своего офицера и сдался в плен. Командование части получило от пленного ценные сведения. Узнав расположение противника, наш бронепоезд отправился в боевой рейд. Местечко Н. Командир бронепоезда обнаружил фашистов. Бронепоезд открыл сокрушительный огонь. Стремительный удар застал противника врасплох. Редкие залпы разгромили вражескую часть, подбили десятки машин, уничтожили фашистский штаб.